Опа! О, о, о. Ты кто такой? А ну, опять ты что ли? Да, а ты как тут появился? Я... А чё это у тебя тут зомби-то в квартире? Да, где? Зомби! Да ладно. Это ж те, это зомби из Майнкрафта. Что? Да. Я... Так я... Я опять пришел, да, Стикмен, всем привет, ребят. Это же... Это же мой рабочий стол, где я живу, что за фигня? Верните меня обратно. А, это твой рабочий стол? Да, это мой... А это что за кнопочка у тебя такая? А, я не знаю. Это что? Мой рабочий стол! Ну, у тебя компьютер-то сломался, походу. Блин. Блин. Ребят, как мне вернуться в мой-то мир? Блин. Блин, что буду делать теперь? Мне компьютер нужен. Блин, а этот... Извини, что тебя сломал. Слушай, может, ребята, если поставят лайк, у тебя починится компьютер и будут новые анимации со Стикменом? Да, да, да. Блин, кстати, да, в тот раз-то так что-то и не решили. Примерно ровное было количество за нуба и за про. И, ребят, может быть, голосование добавим меня? Как думаешь, может, ребятам нравится, так сказать, Стикмен и анимации с ним в Майнкрафте? Может быть, может быть. Ребят, напишите-ка в комментах, за кого вы голосуете, за меня или за про, или за нуба. Вот. И чё этот... А, так, а что будем делать-то? Привет. Слушай. В общем, у меня есть меч, нам надо убить эти зомби, убрать их отсюда. Да, слушай, а ты пока, ты, наверное, в компьютер играл и не заметил, как они к тебе пробрались. Да, я тут вот, в общем, на кнопки нажимал, ходил, смотрелся, и вот ты вылез. Хорошо, что ты мне сказал то, что тут зомби есть, да. Я даже не знал. О, смотри, их целая армия внизу зомбаков. Огромных, это мутанты, походу. Да? Пипец, блин, как их теперь всех победить нам, я не знаю. Давай этот, знаешь, что сделаем? Смотри, у меня, я этот, у меня есть тоже меч с прошлого раза и есть портальная пушка. Может быть, мы поищем вообще, что с ними сделать, какое-то оружие или фиг знает что? Как думаешь? Давай, давай, но у меня только меч пока есть, больше ничего. Блин, ты вообще знаешь, что в твоем доме где находится? Блин, ну, да. В аквариуме можно что-нибудь полезное найти, как думаешь? Думаю, да, пойдем посмотрим. Да, ну пойдем. Я вот туда сейчас. Блин, как бы портал-то поставить? Сейчас вот прям прицельно. Оп! Так, поставил куда-то, поставил. Так, смотри, блин, надо. Давай побыстрее, а то так... один прям на нас. Оп. Сейчас смотрел. Выходи, выходи, выходи. Оп. Так. О, смотри, они аквариум захватили. Они везде похожи. Блин, давай-ка вот так вот портал и вот сюда. И сейчас пройдем сразу с мечом, сразу с мечом. Давай. Нападай! Нападай на них, нападай! Нападаем, нападаем. Капец, их тут дофига! Вали, вали, вали! Валим их. Капец, фига их тут. Валим блин, зомбаков. За другим. Блин, я не знал, ребята, что мне... Давай, вообще... давай. Капец, я даже не знал, что мне нужно будет их валить. Стикмен, давай поосторожней. Давай. У меня вот жизни мало. Так, давай сюда прыгаем. Что у тебя тут в аквариуме? Рыбки плавают? А где у тебя рыбки? Да. Блин. А рыбки здесь подожди, должны быть. Я какой-то сундук нашел. Какой-то сундук нашел, погоди-ка. Ага, какой-то сундук. Давай, блин, плыву. А что у тебя в сундуке спрятано? А я не знаю, посмотри, я не помню. Там так. Это вообще сундук просто стоял для рыбок и все. Там у тебя бронька какая-то спрятана. Ой, блин, я уже умираю. Я умираю. Так, все, я запас кислорода пополнил. Тут я лестницу нашел куда-то. Надо спуститься, я даже не знаю, что это. Да, давай, попробуй. А я нашел вот тут подъем какой-то, подняться можно. Поднимайся. Вот, я тебя вижу, давай. О, я поднялся. А чё это? Вот. Сундук какой-то. Я не знаю. Алмаз. Алмаз, смотри. Алмаз? У тебя тут этот алмаз был спрятан. Я даже не знал. Блин. Это, наверное, рыба, алмаз. Может быть, да. Слушай, а может быть, с алмазом мы сможем как-то компьютер починить? Как ты думаешь? Может быть, можно как-то скрафтить, может быть, компьютер можно, я не знаю. Да, 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 может быть. Давай попробуем. Так, теперь надо выбраться из аквариума. Как бы нам это сделать? А, смотри. Тут лодки есть. Лодки, да, и смотри, там сливы какие-то. Может быть, можно по ним попробовать по этот пробраться. Возьми эту лодку и поплыли. Так, 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 так. Ой. Ну да, по ним вроде можно подняться. Давай попробуем. Я, конечно, плаваю плохо, потому что, как бы, в Майнкрафт-анимациях я вообще не плавал, практически. Так. Так, да, можно, я поднялся. Попробуй. Ой. Ты куда уплыл? Блин, а я лодку случайно сломал. А, ну, пофиг, если что, новых этот. В зоомагазине продаются для рыбок лодки. Да. Поднимайся. Так, да. Давай, паркур сюда. Ну что, слушай, алмаз нашли, может быть. Ой! Я тоже упал. Пипец, давай поднимаемся. Блин, давай. Слушай, аж где у тебя еще что-нибудь может быть? Как ты думаешь? Где у меня еще может быть? Ну, давай сейчас наверх поднимемся, я осмотрю комнату повнимательнее. Давай. Что-нибудь. Вот смотри, у тебя тут лоток для котика есть. А ты где? Я вот поднялся.
А, поднялся. Этот, беги, беги, я тоже тут. Вот я с другой стороны, с другой стороны. С другой стороны? Блин, компьютер твой, да. Жалко, капец. Ну ладно, беги, да, сюда. Блин, да. Так, лоток для кота, да, говоришь? Вот, вот, это же лоток для кота, да? У тебя кот, что ли, тут огромный бегает? Да, где-то кот есть. Но я даже не знаю, может быть, зомби их уже убили, я не знаю. Не, так, зомби котов, типа, не трогают. Он, наверное, убежал куда-то, в другую комнату, может, мне кажется. Быть. Смотри, верно, а на люстре, да, на люстре, может, там что-то есть, как думаешь? А пойдем, пойдем посмотрим. Пойдем, так, сейчас я портал туда, оп. Блин, не могу поставить, кажется, не ставится. Не дотягивается? Подожди, кажется, поставился, давай попробуем. Куда-то поставился. Так, ну-ка. О, да-да-да-да-да. Ну-ка, что тут? О, алмаз еще один. И сюда зомби не смогли добраться. Фига у нас дома сколько алмазов, оказывается. Я даже не знал. Да, да, офигенно вообще. Так, спускайся сюда. Давай, блин, на люстре, конечно, капец. Смотри, сколько зомбаков там. Целая армия огромная. Это же... Это... Капец. Посмотри, какие они огромные. Я не знаю, как мы, ага, будем это... с ними сражаться-то вообще. Я... Ну, блин, надо какое-то оружие найти. Это боссы. Давай в шкаф залезем у тебя. Как ты думаешь, можно? Да-да-да. Пойдем посмотрим. В шкафу, давай, может быть. Есть? Давай, давай. Так, портал поставил. Оп. Так, давай. Шкаф. Шкаф, шкаф, шкаф. Вот, смотри, лестница, о, смотри, слушай, а вон ты в игрушки играл, наверное, эти, у тебя, да, кораблики, да, самолетики. Давай потом туда сходим, сначала в шкафу поищем что-нибудь. Пойдем. Давай, этот, ну самолетиками, если что, мы, может быть, сможем победить их, но этот, нужно сначала... Ой, блин, у тебя в шкафу, конечно, вещи так расставлены, что сложно немного пройти. Да. Так, оп, я прошел, я прошел. Ты прошел? Надо вот, вот да, с предпоследнего блока двойным прыжком, то есть ты прыгаешь на этот и сразу на этот. Попробуй. Вот сейчас, сейчас двойной, попробую. Двойной. Так, сейчас, вот сейчас я попробую. Давай. Двойной, двойной, с разбега. Оп, что, не получается? Ну, смотри, этим, портал, портал, портал. Прыгай в портал. Фух, блин, они сейчас у тебя тут капец, что они наделают. Давай, забегай, быстрее. Нужно этот, проходить. Так, давай тут посмотрим. Тут хотя бы врагов нет, они не смогли сюда добраться. Да-да-да. Так, сейчас сюда. Так. Блин, тоже прыжки, конечно, сложные. Смотри, двойной прыжок, двойной прыжок. Я в анимациях так делал. Оп! Надо с краешка, с краешка. Хоп. С краешка? Хоп. Да, ты, то есть, на краешек прыгаешь и этот... И допрыгиваешь. Так. Двойным, двойным. Не, ну что-то ты паркуришь, конечно, вообще. Вообще, вот попробуй, да, попробуй двойной. Хоп. Хоп. Ну или можешь, так, не двойным, просто допрыгнуть. Попробуй, попробуй, попробуй. Вот, а куда? Вот сюда. Оп, во-во-во, вот сюда. Вот смотри. Фига, типа, ты как умеешь. Ага, ну я этот. Ну, ну кстати, почти допрыгнул, слушай. Ну на, почти давай, портал. Сейчас, погоди, в тот, давай, не залезай. Портал. Сейчас, сейчас на тот уровень, на тот уровень. Так, поставил. Поставил? Да, залезай. Все, я. Хоп. Все, я у тебя. Блин, а это что, у тебя книжки, что ли, в шкафу? Да. Капец, ну слушай, у тебя как кто-то тут паркур какой-то сложный сделал. Да. Надо прям без остановок, нет, прыгать, прям без остановок. Вот тут не перепрыгнуть без этой фигни. Ну ладно, сейчас погоди, погоди, погоди. Придумаем что-нибудь, придумаем. Так. Я застрял тут промеж книг. Да, вижу, вижу. Вот, в портал, в портал. Хорошо, что у меня портальная пушка оказалась. Во, залезай по, да, лестнице. По лестнице, по лестнице. Так, 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 так. Залез? Так. Во, да, вот, блин, вот... что-то тут в шкафу ничего нету. Блин, да, слушай, что-то никаких сундуков, ничего. Ну, может быть, у тебя наверху что-то есть? Может быть. Ой, я тоже упал. Капец, блин, тупой паркур. Вообще ненавижу, блин, паркур в Майнкрафте, да, да, честно. Да. Вот смотри, без остановок вот так бежишь, короче, и прыгаешь. У-у-ух. Прям без остановок. С, да, разбегу и без остановок. С разбегу, да? Да, сейчас, да, да. Так. Фу-фу-фу. Ну чё? Так, хорошо. Я об стену, об стену. Во-во-во, о, пошел! Нифига ты! Почти допрыгнул, почти. Уф, нифига. Ну ладно, давай, вот, подожди, сейчас портал поставлю. Так, блин. Сейчас. Чё, понравилось паркурить? Да, круто, круто. Вот, ну я поставил портал, сейчас залезай. Я почти... Да, хорошо, пойдем. Мы почти наверху. Так, смотри. Так, так, так. Вот тут легкий прыжок. Нормально, сейчас допрыгнем. Блин, я головой немного упираюсь. У меня голова, блин, это слишком большая, я упираюсь. Капец. Не могли меня поменьше нарисовать? А тут не надо, да, прыгать. Тут там ты просто можешь залезть. Вон, на книжке вот сюда. И на лесенку. Фу, капец. Жесть, ну и уровни, конечно, тут сделаны. Да, сложно. Так. О, смотри, тут какой-то паук. Смотри, паук? Смотри. И, блин, я его боюсь, у тебя тут пауки он, живут. Он опасный, он опасный. Поплыл, смотри, поплыл. Бей, давай, его, бей его. Он меня отравил. Он, давай, меня тоже отравил. Вывожи паутину, фигарим его. Пипец. Вали, давай, вали, вали, его, вали. Его, блин, у меня броня, сейчас я одеваю броню. Бью, давай, бью. Броню. Блин, он меня чуть не убил уже, капец.
О, убили! Всё, всё. Так, смотри, у него в паутине тут что-то есть. Там, да, сундук какой-то. Алмаз, еще один алмаз. Алмаз? Все, ага. бежим. Так, давай сломаем вот эту паутину. И надо как-то отсюда убираться реально, потому да, что да, да, это да. вообще капец. Надо быстрее, пока он не проснулся или... Во, портал, портал, быстренько. Оп. Портал. Так, все, нормально, залезай. Куда дальше пойдем? Я не знаю, давай попробуем на ком-нибудь из вот этих вертолетиков полетать, может быть, и разбомбить этих зомбаков, как думаешь? Давай попробуем, давай. Ну давай, вот смотри, портал, короче, прыгай в него. И... Так. Что же тут есть? Ух ты, блин. Так, самолет, вертолет, что возьмем? Вертолет, давай, я вообще обожаю вертолеты. Давай вертолет, да, давай. Да, да, да. Но смотри, тут, подожди-ка, что-то еще есть. О, смотри, 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 смотри! Что это, что это, что это? Тут, блин, походу вертолет нам не пригодится. Бери миниган. Нифига себе. Во! Да, миниган возьму. И так, и гранаты, гранаты дымовые, бери. Нет. Дымовые вот гранаты. Просто... Давай, знаешь, что сделаем? Давай сначала к ним подлетим, подлетим поближе, короче. Сверху разбомбим, потом приземлимся, короче, и продолжим вот этими бомбами самых больших. Сейчас мелких расфигарим, короче. Да-да-да. Так, я сел, садись тоже. Сел? Ух ты! Все, полетели. Взлетаю, взлетаем! Нифига себе! Офигенно! Так, уф, все, сейчас будем стрелять! Просто. Мелочь, давай. Мелочь надо расфигарить! Все, пошло! Давай, ух, давай, фигарим! Нифига себе! Капец, блин, ребята! Мы сейчас всю комнату разбомбим! Да не, нормально, нормально! Блин. Ничего, я думаю... Блин, патроны закончились! Так, я перехожу на другую пушку! Блин. Стреляю, стреляю другой нет, пушкой! Я тоже стреляю! Да, фигарь, фигарь с минигана. Миниган плохо справляется почему-то с ними. Плохо, да? Плохо. Блин, патроны уже кончаются, капец. Кипец. Что делать? Ну что, приземляемся? Приземляемся, да-да-да. Давай, 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 я переключился на приземление. Так. О! Или не на приземление. Ай, жестко. Не, нормально, нормально, высадились. Нормально, нормально. Все, высаживаемся, короче, смотри, высадиться. Гранаты, гранаты им кидай. Закидываю, так заряжай, короче, и кидай. У меня еще... Полетели, полетели. Ой, смотри. Миниган не дотягивается. Не дотягивается? Ну-ка, я тоже да, начинаю да. миниганом. О, блин, тут... Капец. Смог, кидай, смог. Да-да-да, смог, смог, смог кидаем. Смог кинул. Смотри, еще как... одну кидаем. Мы, короче, больших вообще офигенно положили с этого. Да-да-да. Так, сейчас я... Ух ты. Еще заряжу, заряжу. Бегал. Смотри, у меня еще какая где... пушка. Да-да-да-да-да, давай в больших ее. А, я стрельнул. У меня только тут один патрон был. Да? А, ну да. их надо перезаряжать, короче. Вот, я стреляю. Ой, блин, опа, капец. А. Капец, блин, фига не сильные. Да-да-да-да, вон еще партия еще большая. Партия? Я туда стреляю. Ой, ты по мне, только не попади. А то я же сразу умру. Да я в тебя не попадал. Капец, они огромные. Наверное, в меня зомбак чем-то попал. Пипец. Блин, они... Блин, так они вообще не умирают. Они чем-то стреляются, походу. Да-да-да. Да. Блин, они что, вообще не умирают? Давай еще ракетами, вот поэтому. Хо, убил одного. Убил одного. Убил, фигарь. С миниганом стреляю. Давай, фигарь. Не, нормально, все, вот бомбами вообще нормально пошло. Так, еще один. Все равно не... О, один вообще куда-то улетел. Пошло дело. Пошло. Да, да, да. Так, и того, который у твоего компика стоял. Так. Еще двоих нужно убить. Давай. Из минигана, главное, из минигана. Миниган, все, и последний всё, остался. Фигарь его. А, вот. А, тут еще один. Да, тут еще один. Все, все. Капец. Последний, вот. Вот последний. Давай. Жми его. С минигана главное. Стреляю. Жесть, он, вот это босс, это их король. Блин. Это их король. Король. Он, да, он тоже стреляет, блин. И у меня взрывается подо мной. Убили. Все. Блин, а там еще один. Все, нормально. Все, Вань. Все, пойдем, короче, чинить компьютер, и я вернусь, так сказать, в свой мир. Ну что же, ребята, если вам понравилась эта серия, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если вам нравится Стикман, пишите в комментариях, если ну, пишите в комментариях, если про, пишите в комментариях, и все, всем до скорых встреч, всем пока. Всем пока.